Всем привет! Сегодня нам пришла посылка. В этой посылке нам пришел кабель для автомобиля. Вес составил 40 грамм. Ценность 2 доллара. Шла она приблизительно полтора месяца, что достаточно долго. Давайте посмотрим, что же в ней. Провод мы данный заказывали нашему хорошему другу. Так. Вот такой вот провод. Упакован достаточно для проводов, я думаю, нормально. Давайте и этот пакетик откроем, посмотрим поближе. Так, ну с одной стороны разъем в 3,5 мм, то есть ауксовский. А с этой стороны... Что же у нас с этой стороны? Наверное, специальный какой-то шнур для данной марки автомобиля, я так подозреваю, либо для конкретной аудиосистемы и, соответственно, на телефон или на плеер, ну, обычный ауксовский шнур. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и дизлайки. Всем пока!